белый хвостик. Это волосы уже в глаза лезут. Глаза. Эй, София. Ай, ты красотка. София, ну что ты какая, кузен? Итак, третий день. Иди принеси мячик. Где мячик? Иди. Мячик, где мячик? Вон мячик, вон, смотри, вон там лежит мячик. Давай, пинай, будем в футбол играть. Давай, я Барселона, ты Реал, давай. Давай, Пинзидана, давай. Давай, давай мячик принеси. Сейчас мяч будем пинать, давай. Глашка мешает. Тут уже можно собрать. Давай, мячик принеси. Где мячик, Зан? Ой, мячик, какой, мама с папой тебе мячик купили. Красивый, да, с единорожкой. Да? Вот так. Беги за ней. Несмотря ни беги скорее, что... беги скорее за мячиком. Вставай на ножки, беги. Нет, хочешь ползком. Вот. Молодец, молодец! Молодец, молодец! Молодец! Давай, козел! А здесь мама тебе будет, да? Мама тебе будет. Давай, лови! Пух! София, что ты плачешь? София у нас третий день уже капризничает. Не спит, не ест нормально и капризничает, и не играет. А? Зато ходит, да? И Моня тут как тут, конечно. София, посмотри на себя, какая ты красивая девочка. Ну, повязку только сняла, да? Так это София такая взрослая девочка у меня. Какая взрослая у меня доченька. Опа. Мама не накрашена, естественно. Дома неохота краситься. Вчера вот накрасилась вечером, снимала видео. Ничего, через 2 часа стерла все. Спать легла. Сегодня уже неохота краситься. Ну ладно. Все уже привыкли, наверное, ко мне такой. Ой. У нас игры такие вот. Все? Вот так на ручках не будешь плакать? Мама сядет, можно? Ты моя маленькая. Ладно, София тут кушает. Хочу сказать, поделиться, что мы наконец-то ушли от засыпания на груди. Блин, извиняюсь, если будет камера трястись, она тут мне ногой вон по руке. Так вот, хотела поделиться, что мы ушли от засыпания на груди. Это просто счастье какое-то. Вот, я учила ее засыпать буквально пару дней. У нас были такие вот слезы, капризы, требования дать в грудь до засыпания. И сейчас уже все. Ну, то есть буквально вот она первый день, она прям плакала, просила минут 30-40. Вот, и остальные дни она просто бывала капризничала. И сейчас мы с ней до сна проводим ритуал, там умываемся, чистим зубки, это вот на ночь. Меняем подгузник, переодеваемся в пижамку, то есть все это вот изо дня в день повторяем, это как ритуал, это, ну, советуют делать так. И консультанты по сну, и, ну, педиатры для хорошего сна, для того, чтобы ребенок понимал, что сейчас будет сон, что сейчас будет как бы ночь, что ночь и что сейчас будет ребенок спать. Вот, и, в общем, мы включаем музыку. У нас песня ей почему-то полюбилась из «Титаника», «Селин Дион», «My Heart Will Go On». И я включаю эту песню, мы с ней ходим, я ее там напеваю так тихонечко.
мы с ней ходим, эту песню слушаем, потом ложимся. Вот так как вот мы сейчас здесь у родителей, как бы не в кроватку, естественно, рядом со мной. Вот, ложимся, и она кладет мне там на грудь, может голову положить, на живот, или вот на руку вот, вот сюда кладет. И все. И она лежит, 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 и музыка продолжается. То есть какая-то ставлю какую-то музыку. У нас Яндекс станция Алиса. И, допустим, какую-то музыку для сна, там что-нибудь такое мы включаем, чтобы была не громкая. Вот, и под нее вот засыпаем. Если вот никаких посторонних шумов нет, отвлекающих моментов, и там не светит монитор, и ну, вообще тишина, спокойствие более-менее, то она засыпает минут за 15-20. Если какие-то есть отвлекающие факторы, конечно, она дольше засыпает, потому что отвлекается, садится, начинает там... Если папа нам, наш рядом с нами лежит, она на него отвлекается, улыбается, подходит к нему, начинает на нем прыгать. Вот, если его нет, все намного быстрее происходит. Вот. И вот так сейчас отключаемся. Но ночью пока она кушает. И вот эти вот две-три ночи были просто ужасные, потому что она просыпается очень часто и просит грудь, либо просто плачет, вот потом ложится ко мне опять на грудь там или на руку мне ложится, засыпает, опять просыпается, то есть я не знаю, что это, что ее беспокоит, я не могу понять. Вот, ну вот такие вот третий день. Может, погода на нее как-то влияет, не знаю. Может, зубы. Я уже сколько раз, сколько у нас было капризных ночей, там плохого аппетита. И каждый раз думала, что зубы, но у нас как вот вылезло 8 зубов, так и пока что эти 8 зубов и есть, больше нет зубов. Поэтому даже не знаю уже, думать на зубы грешить или нет. Вот такие у нас новости. Днем она у меня тоже засыпает без груди. Вот днем тоже засыпает без груди, но на руках. То есть, когда вот светло... Я знаю, что есть шторы, блэкаут, что есть какие-то специальные... На липучках такие штучки переносные, что ли, шторы называются, как не, ну, точно не знаю, которые можно налепить на окно, и будет темно, как ночью. Вот, но мы как-то до этого пока не дошли, ничего такого не покупали, и, ну, хотя бы я ее пока что отучаю от того, чтобы спать на груди, точнее, отучила, и мы сейчас закрепляем этот момент. Вот, на руках также включаю песню, ношу ее, и, то есть, каждый раз, когда она чувствует, что засыпает уже, я потихоньку все медленнее хожу, потом сажусь, сижу с ней на кровати, просто покачиваю ее, вот, и таким образом она засыпает. Все, наелась? Да наелась ты? Ой, довольная. Вот, прям полностью отучать от груди у меня пока такое... Ой, ты что, слезаешь? Не упади, здесь кровать высокая. Полностью отучать от кормления грудью пока у меня такой цели нет. Но я готовлюсь потихоньку, да, то есть отучая ее засыпать, потому что это самое сложное обычно при отучении от груди. Это то, что ребенок не может... Ой, мам. Это то, что... Ой, давай. Это то, что ребенок не может уснуть. Поэтому... Вот, отучаем. А потом уже после года будем, наверное, отучаться от груди. Но так она у меня все кушает. У нее пищевой интерес огромный. С маминой тарелки, с папиной тарелки. Это все самое вкусное, самое интересное поесть. Поэтому с этим проблем у нас нет. Ты что какаешь? Ты какаешь? Софи, ты блогерша? Да? Да. Еще раз скажи. Да. Скажи еще раз да. 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 Ты молодец. Да. Ой, молодец. А скажи молодец, да. А скажи мама. Ой, как. Надеюсь, этого не слышно. Скажи мама. 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 Папа, скажи. Софи, скажи, не хочет. Ну, мы потихоньку разговариваем. Ой, сейчас камеру за этот запинает. Да,
кто это София там, да? А, все.